Всем привет, играем в змейку, но только немножко другую. Это мне очень нравится змейка игра. Здесь нужно отвоевывать, так сказать, пространство. Но вы, я думаю, все многие из вас это точно играли в эту игру. Она онлайн, и играешь с противниками. И я люблю как бы бесить. А, вот смотри, ползет. Чтобы убить противника, надо его выбесить. Сначала. А как выбесить? Надо сжирать вот эти клеточки. Ну, смотри, он умный гост. А, он 10, 9 или 10? Или, может, 4 место? Фиг его знает. Это просто гость, он без имени. Короче, его там кто-то поджирает, а он тут бегает со мной. Он кого-то убил. Смотри, молодец. Молодец. Он просто молодец. Но мы продолжим его сжирать. И он, короче, будет беситься сейчас. Нам беситься нельзя. Мы просто жрем его вот здесь. Потихонечку. Вот он меня жрет, а я его жру. Но кто-то когда-нибудь совершит ошибку. Ошибку. Во, это, наверное, буду я. Нет. Нормально. Ждем, когда он совершит ошибку. А совершит он ошибку или нет? Я думаю, когда-нибудь совершит. Либо я совершу, либо он. Вот видишь, сколько, как долго мы друг с другом воюем. Опа! И он совершает ошибку. Ребята, вы видели сейчас только что, как нужно уничтожать противников. Выбешиваешь сначала его. А как он выбешивается? Когда ты его жрешь территорию, он начинает беситься. И, естественно, он теряет. Да, конечно же, он теряет чувство самоконтроля. И потом проигрывает. Надо их выбешивать. Но ты сам не должен беситься, когда кто-то тебя жрет. Ну, жрет да жрет. Да пофигу вообще. Вот, он думает, что... Нет, вообще бы играли бы, вот серые клетки бы и кушали все. Но нет же, все же жрут цветные клетки. А смотри, этот не поддается пока на выбешивание. Но сейчас попробуем, посмотрим. А куда-то он убежал вообще, смотри. Может, он у меня там жрет где-то внизу? Фиг знает. Вот эти вот красные островки нельзя оставлять. Их надо... Опа! Чуть меня не съел. Вот смотри. Вот это да. Вот это новости. Ладно. Он просто выбесился. Смотри, он реально выбесился. Да. Он какой-то хитрый чувак. И он хочет сожрать. Но когда-нибудь он сделает ошибку. Реально. Когда... Вот все. Он сделал ошибку, ребята. Все. Мы его съели. Но я представляю, что он сейчас чувствует. Он, у него, может, реально было много очень земли завоеванной. И тут я его просто подбесил. И съел. Но он знает, как меня зовут. У меня логотип написан. Дуда Плей. И он может прийти мне в комментариях, устроить небольшой срач. Не знаю. Так, ну что, он может даже прийти на мой канал и увидеть эту игру. Интересно будет. Но это же всего лишь игра. Вот тоже, да? Лунтик какой-то. Мы его сейчас тоже попробуем убить. Но вот смотри, он... Надо его выбесить, чтобы он совершил ошибку. А можно вот так вот пойти, вот так вот. Опа, смотри, какой хитрый. Какой хитрый, смотри, а? Ага, опа, и мы его опять съели. Он совершил ошибку, потому что он был выбешен моими действиями. Между прочим, я бы тоже так бы выбесился и пошел бы на глупые действия. Кстати, эту тактику я придумал вчера. Ночью, когда я играл. Как вот выбешивать вот этих всех. Потому что меня выбешивали. Сильно причем. И я, меня всегда сожирали. Я думаю, подожди, а что происходит, когда тебя выбешивают? И я понял, когда тебя выбешивают, ты теряешь самоконтроль. Полностью причем. Вот смотри. Вот попробуем вот желтенького. Мы заходим на его территорию, правильно? Вот как бы у нас отделяется серая часть. Как бы зачем ты это делаешь, да? С одной стороны. Ну живите вы мирно. И все. Сосуществуете. Но никто это делать не будет.
Он просто-напросто тебя жрет сейчас где-то сверху. Стопудово он меня подъедает. А мы подъедаем его. И когда он узнает, что я его подъедаю, он начнет беситься. Во. Так, вот эту часть мы практически завоевали. Теперь можно с легкостью, аккуратненько идти в эту сторону и съедать полностью эту часть. Все, мы ее съели. Теперь надо найти, где он сам ходит, чувак этот. Найти и его съесть. А, вот он где, вот его логово, слушай. Вот мы можем, блин, мы могли бы аккуратненько подойти бы сюда и его словить, споймать. Это тоже тактика такая, когда он далеко уходит, он не видит, что происходит вблизи. И мы его подъедаем. А, вот он ходит. Все, он выбешен. Стопудово. Стопудово он выбешен, но он аккуратничает. Аккуратничает, прям реально аккуратничает. Сталин написано, да? Сталин на седьмом месте. Всего лишь. Всего лишь на седьмом. Угу. Давай. Короче, так это не действует. Надо куда-нибудь встать и начинать жрать. Вот, например, вот здесь. Дать ему. А, или знаешь, вот так вот делать. Он подумает, что я как бы отстал уже от него, и у меня уже. Ну, не всегда, конечно. Он думает, что я от него отстал и занимаюсь своими делами. И в этот момент он выбешивается. Блин, он где-то меня реально жрет. А, вот он, смотри, ползет. Нифига себе. Оп, и мы его подъели, ребята. Он совершил сейчас ошибку. Он убежал далеко от своих клеточек. Он думает, я сверху за ним не слежу. А я-то на самом деле слежу за ним. Я-то знаю, что мне надо его уничтожить. Он побежал. Думает, сейчас я там подъем тебе большую территорию и насолю тебе. Но не тот, не так-то было. Нет, ребята, мы уже на пятом месте. Мы его просто-напросто отвлекли внимание. Занимались своими делами. Вообще в другом месте. Опа, смотри, еще какой-то оранжевый здесь. Тоже подъедает мою территорию. Как это проверить, что он подъедает территорию? То, что клетки рядом. Вот они. Значит, он ест меня. Мою территорию. Значит, надо наказывать. Опа, смотри, есть. Мне бы аккуратненько сейчас. Успею или нет, вот сюда. Вот, смотри, смотри, сколько мы съели много территорий. Его уничтожать надо. Вообще конкретно причем. Вот этого оранжевого. Мы его сейчас найдем, выбесим и уничтожим. Он прям конкретно он подъедает здесь. А, вот он где бегает. Ага. Ладно. Есть. Нет, не успел. А, вон он, смотри, как что творит, а. Надо быстрее идти. Он сейчас тоже что-то сейчас совершит глупость какую-нибудь. Точно. Блин. Сейчас только-только, ну, как бы можно было успеть. Ладно, короче, отвлекаем. Его занимаемся вот здесь. Подъедаем. Но на самом деле ждем. Он там, короче, сейчас расслабился. Я хожу по синенькой, чтобы он меня не увидел. Ага. Он меня не видит сейчас, как бы. Ну, конечно же, видит, но не так ярко, если бы я ходил бы здесь. Все, я вот здесь занимаюсь. Вот здесь увеличиваю. Все. Друг, ах ты, успел все-таки. Ну ладно. Успел, подъел. Но мы его сейчас уничтожим все равно. Опа! И назад идем. Нет, не успели. Да что ты будешь делать? Да какой же ты быстрый. Можно даже в лоб встретиться, но тогда есть вероятность, что погибнете оба. Но если на твоей территории вы встретитесь в лоб-лоб. Оп, ах, не успел. Не успел. Зеленый гад. Ладно, что-то он какой-то хитрый вообще гад. Очень хитрый. Опа, его подрезал зеленый. Вот о чем я и говорю, что можно и так тоже делать. Подрезать друг друга. Но если есть противник какой-то, допустим, вот зеленый, да, он может у нас, ребята, он начнет с кем воевать. И есть вероятность, что. Вот надо. Вот видишь, красный там бегает. Вот, надо их сдруживать. Сдруживать. Прям.
чтобы он туда до красного пошел. С красным немножечко повоевал. И тогда они могут встретиться. Опа, сожрал, прикинь, красный. Вот я и говорю, что нужно так тоже делать. Ждем. Вот маневр. Как только я далеко отхожу, он делает большой маневр. Понимаешь? Ну. Он делает маневр. Он защищает сейчас свою территорию. Он понимает, что. А мы делаем вот здесь, кружимся. Типа, мы вообще занимаемся. Все, он от меня отстал. Реально. Якобы отстал. Нифига не отстал. Ну, давай. Что ж ты такой медлительный-то, а? Смотри, он охотится сейчас за мной. Видишь, но понимает, что я тоже хитрый. Оп, не успел. Угу. Кто кого, интересно? Здесь как бы и он меня может, и я могу. Вот если вот так я буду кружиться, то он меня точно хлопнет. Поэтому мы немножечко. Оп, и все, ребята, видите, только что он совершил большую ошибку. Я-то не расслаблялся, а он-то расслабился. Он-то думал, что как бы тут ходишь. Этого сейчас зажмем. На. Уничтожили. Это таких легко, которые от базы своей отходят. Их хлопскать легко, как и этого. Все. Здесь очень большая территория освободилась. О, ребята. Это я опасно, конечно. Тут слишком много кругов делаю. А этот домик себе увеличивает тоже опасные круги. Прям, если сильно далеко отходить, то он тебя может словить. Угу. Отходим подальше, чтобы он сюда зашел. Угу. Зайдешь сюда, нет? Ага. Вот опасненько. Вот здесь вообще опасно. Оп, успел. А ты нет, ты не успел. Все, мы его уничтожили. Просто и легко. Есть какое-то определенное время, когда здесь кто-то будет спамиться. Заспамиться. Но пока никто не заспамится. Поэтому у нас есть много времени, чтобы сделать побольше кругов. Так, пока на третьем месте. Здесь можно территорию мы отхватить. Но не факт, что меня кто-то внизу жрет. Стопудово. Можно посмотреть. 9400 у меня сейчас. Угу. Фиг знает, как-то за этим следить. А, ну вон, слева идет циферки. Но вроде бы никто не подъедает. 6,5% мы карту подъели. Мы сейчас ищем, кто тут есть еще сверху. Мы идем наверх потихонечку, смотрим. Слишком далеко не убегаем. Мы смотрим противника. Есть ли противник? Вот, есть красный противник. Хорошо. Нам нужно его уничтожить. Потихонечку строим мостики такие. До красного. Вот, прям рядышком. Подошли. Здесь. Он, в принципе, сюда не пойдет. Ну, не знаю, какой-нибудь дурачок, может быть, пойдет. Но обычно так никто не рискует и так далеко не заходит. Но на всякий случай мы сделаем здесь еще побольше карту. Опа! Тут два их, смотри. Бледно-зеленый и красный. Ладно. А мы хотим красного уничтожить. Но его лучше. Вот. Не успел. А, блин, как-то так меня съел. Опасно. Не думал я, что он меня так словит. И крот. Крот на каком? Он вообще, смотри, зеленый. У него на 10 уровне всего лишь. И он меня подъел. Да, бывает и так, ребята. Ну, вот такая вот игрушка. Если понравилось, то ставь лайк, пиши комментарий. Всем пока-пока.